Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что США готовы сделать все необходимое для защиты американских дипломатов в Венесуэле в случае угрозы. Помпео выступил в эфире радиопередачи «The Laura Ingraham Show». Отвечая на вопрос о возможной отправке войск в Венесуэлу в случае угрозы американским дипломатам, он заявил, что США предпримут все меры для безопасности сограждан. Госсекретарь заявил, что США сделают все необходимое, чтобы быть уверенными в безопасности граждан. Ранее в Венесуэле была отозвана часть дипломатов американского посольства. Тем не менее, посольство США в Каракасе в сокращенном составе продолжает работу, несмотря на то, что законно избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился закрыть его. Он сообщил, что вся американская дипмиссия до воскресенья должна покинуть страну. Также Мадуро принял решение закрыть венесуэльское посольство и все консульства в США. По его словам, он не намерен уходить с поста президента Венесуэлы. Он также добавил, что никогда не откажется от обязательств перед своей родиной. 24 января президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что страна разрывает дипломатические отношения со Штатами. В Соединенных Штатах ответили, что не признают заявление о разрыве дипотношений между странами. США будут поддерживать отношения с Венесуэлой через объявившего себя президентом экс-спикера венесуэльского парламента Хуана Гуаидо. Отметим, президент России Владимир Путин выразил поддержку законным властям Венесуэлы в условиях спровоцированного из дня обострения внутриполитического кризиса. Он подчеркнул, что деструктивное внешнее вмешательство грубо попирает основополагающие нормы международного права. Президент Венесуэлы Николас Мадуро также заявил, что не намерен уходить со своего поста до завершения мандата в 2025 году.